Денисов на Докоста. Григоренко. Григоренко идет на ворота. Передача на Докоста. Осматривается Денисов. Последние секунды третьего периода. ЦСКА в атаке. Пластаются хантымансийцы. И все. Заканчивается игра. Победа ЦСКА с минимальным превосходством. У ЦСКА отличный старт. 6 набранных очков. Давайте похвалим Югру за то, что она сражалась до последнего. Была интрига в матче. И матч этот подарил много самых разных противоречивых эмоций. Не зря мы провели сегодня вечерок с вами с осмотром встречи в Ледовом дворце ЦСКА. Армейцы забивают по 4 шайбы в стартовых противостояниях. Югра как минимум 3. 6 набранных очков.